ощутил великолепный настоящий русский дух, настоящую атмосферу счастья. Сегодня именно вот такой очень торжественный день, которого я ждал 23 года. Мне прямо сказали, что тебя не станет, твоей сестры не станет, твоей матери не станет. Закрывают доступ к морям и парк, достопримечательностям. Люди на пределе, люди успешены. Весь мелкий и средний бизнес от местной власти Аксеновым уничтожен. Марта. Я вышел покурить, смотрю, куча людей в балаклавах. То есть они меня под автоматами загнали в мою квартиру, вывернули все. Все это сопровождалось угрозами. Взяли паспорт и порвали мне паспорт гражданина Российской Федерации. Вот так вот они сделали. Вот в тот момент я окончательно понял, что Россия взяла все худшее от Советского Союза в стиле 1937 года, а все лучшее осталось невостребованным. За свободу слова, за попытку рассказать правду, за попытку помочь людям, тупо, тотально уничтожать репрессивными методами.